Всем привет, с вами Никос, и сегодня мы будем играть в Фазмофобию на кошмаре. Надеюсь, будет весело. Так, это не музыкалка, не карта Таро, понятно. Кости вроде нету. З. Так, пошли. Блин, если это круг призыва, то будет. Будет, будет. Так, тут уже открыта дверь. Понятно. Так, там что-то упало. Блин, кстати, ниточки нету. Никакой вообще. Походу. Так. Это что такое? На кухне? Кстати, на кухне. Понятно. А, ну и кстати, какие у нас там задания? Ага. В принципе, простые. Хотя, вот сфотографировать будет сложно. Чтоб сразу все безопасно было. Ладно. Так, ну-ка. А рыба вроде нету. Хотя ладно. Тень, не тень. Так. Что-то он тут. Сколько? Чё он ранил? Ты здесь? Дай нам знак. Так, понятно. Радиоприемник. Потихонечку, не торопясь. Что это было? Ладно. Перчатки есть? Перчатков нету. Открой дверь, закрой дверь, пожалуйста. Открой дверь, закрой дверь. Ты здесь? Я пока что не понятно ничего. Ладно, давай посмотрим камеру. Ты призрака насыпанный соль, так. Здесь стрель ультрафиолет, ультрафиолет. Это не мираж. Фотик. Где фотик? Сфоткал? Нет, не сфоткал. Ладно. Но это не мираж. Следы были. Так, тогда чё? Записи он не оставляет тут пока что. И лазерный не срабатывает пока что. Ну, надо посмотреть еще подольше. ЕМП надо посмотреть тоже. Отпечатки. Отпечатков вроде не было. Либо он вообще просто не хочет ничего давать. Дай нам знак. Ты здесь? Сколько тебе лет? Ты молодой? Ты старый? Ты здесь? Вроде. Нормально. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь? Ты старый? Ты молодой? Сколько тебе лет?
Напиши что-нибудь в блокноте. Пройди через лазерный проектор. Ты здесь? Сфотать. Так. Сфоткали. Нормально. Ну, смотри, по вещам, кстати, надо проверить. Полтергейста. А, это картинка. Что это было? Какой-то звук, блядь. Или показалось? На распять она не ждет, а так больше раньше не хочет делать. Рассудку. Так, ну пошли ее призывать, наверное, тогда, короче. По сути, это что нам еще остается? Проверить, кто это за призрак. Что за призрак? Погнали. Эй-эй-эй-эй! Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, ну это не Диоген, точно. Могу сказать вам. Тогда кто это? Блин, а какая последняя улика-то? Я-то что-то вообще не знаю. Ладно, исключать улики нельзя. Но минусовой он не был. Точно, в этом я уверен. Минусовую, по сути, можно пока что зачеркнуть. Андрю, близнецы, мне к морой. Чисто вот, как это... Чтобы понять вообще ситуацию. Записи он тоже не делал. А, кстати, это не Полтер. Это точно. А запись его не хочет делать. Это либо Дух, либо Мара, либо Диоген. Но это не Диоген, точно. Дух, либо Мара. Если по записям скрывает. Печатков тоже что-то вообще не видел. Но он никакие не поделал. Он даже отпечатки не стрелял. Это точно не Минк, я думаю. Вот я думаю, что это либо ЕМП 5 уровня, либо ХЗ чё. Ты что-то думаешь, что это близнецы, потому что он прям вот что-то... Давай так сделаем, я не знаю. Тут непонятно что-то вообще.
В любом случае, дадут довольно много. Надеюсь, это близнецы все-таки. А не какая-нибудь там Мара. Нет, это вообще дух. Блин, надо было... А, блин, надо таймер было поставить точно. Он же 3 минуты там после атаки. Жаль. К сожалению, определить вид призрака не получилось, но я не унываю. В принципе, игра мне понравилась очень сильно. Надеюсь, в следующих видео я смогу правильно отгадать призрака. Но вы подписывайтесь. Я желаю вам удачи. И всем пока.